бессмысленно задавать вопросы. Когда все ответы сводятся к ответу на первый вопрос. Then the all answers is goes to the first question. Кто внутри? Who is inside? That's right. Правильно. Yeah, that's what's very very beautiful. You see that when you start to look inside, when you start to investigate yourself. В этом-то и прелесть, что когда ты начинаешь себя спрашивать и смотреть, что происходит внутри. And this often comes from meditation. Часто вот такое происходит, когда медитируешь. So maybe you begin with meditation. Может, ты начинаешь как с медитации. And as you get quieter and quieter. И по мере того, как ты успокаиваешься. You find that one day. А ты обнаружишь один день. Comes this question, who am I? Вот вопрос для тебя возникнет, кто же я? And it's like a fundamental question. Этот вопрос, он является таким основой. You see, and as you start to investigate this question of who am I? И если ты продолжишь вот вопрошать этот вопрос или как изучать этот вопрос? All the other questions kind of fall away. То все другие вопросы они отпадут. Because you realize that everything depends on this I. Потому что ты понимаешь, что все зависит от этого я. You see, because as we go through our day, we are constantly saying I. То есть если ты посмотришь, что или понаблюдаешь в течение дня, у тебя в голове постоянно я. You know, I'm sitting in this chair. Я сижу в этом кресле, я говорю. You see, I'm lifting my arm. Я поднимаю руку. I'm looking at the camera. Смотрю в камеру. Who is this I? И кто вот это я? You see, and so you come to realize that this fundamental question is who am I? И поэтому понимаешь, что главный вопрос или основной вопрос это кто я? You see, and you know, this is in a way one of the keys that we should discuss in these meetings. И вот на нашей встрече это как наш ключик ко всем ответам вот этот вопрос. Yeah. Okay.